This is the future. Evolution. This is the future. Всем привет, дорогие зрители и гости нашего канала Taekwondo Live. Сегодня мы с ребятами учим боковой удар, называется Дольче Ги. Поехали! Туль! Сет! Нет! Тасут! Уверенность, носочек натяни, руку здесь. Носочек тяни, понятно? Вот так. Раз, туда тяни, длинный, длинный. Глаза смотрят сюда, понятно? Собрано, готов? Ровнее, попу держи ровно. Глаза смотрят на удар. Счет, слушай. Носочек, носочек всегда натянут. Вот здесь ножку держишь, держишь, ладно, ровно. Вот так ровно. Вот здесь, вот так уже неправильно, понял? Держи. Продолжаем. Вот здесь должно быть тоже ровная линия. Держи ее. Ножка здесь тоже ровно. Смотри, смотри на удар. Нет. Тасу. Йосу. Хана. Туль. Сет. Следующее упражнение подводящее мы будем делать с коленочек. Смотрим. Смотрим, ребят. Становимся на коленочки. Ножки наши не вещи. Руки здесь. Туда лицом все. Смотрим. Туда лицом повернуть. Теперь голову поворачиваем в сторону удара. Руки держим здесь. Хана. Тан. Выхлест. Тулечи ги. Хана. Тан. Выхлест. Туль. Тан. Выхлест. Понятно? Следующее упражнение то же самое мы делаем выхлест, только в лапу. Смотрим. Также, ребят, коленочки ставим на ширине плеч, руки здесь, смотрим на мишень. Подсчет, по хлопку, хана, танц, выхлест. Хлопок, танц, выхлест. Хлопок, танц, выхлест. Понятно? Поехали. Руки держим, не разваливаемся. Хана! Туль! Сет! Тасут! Йосут! Хана! Только начали учить, невнимательно смотрят, половина группы делает упражнение неправильно. Из-за своей невнимательности. Так вы удар будете очень долго учить, если будете слушать невнимательно. Поменяли ножки. Приготовились. Хана. Туль. Сет. Нет. Тасут. Йосут. Хана. Туль. Сет. Илюха, поставь нормально лапу. В правую руку возьми, Илюх. Лапу поставь. Хана. Туль. Милана, носочек тяни. Сет. Смотрим на Диму. На три счета будем делать удар тулёча ги. Хана, подъем колена. Носочек тянется вниз. Туль. Разворот на опорной.
Сет. Выхлест. Сборка. Носочек тянем. Приготовились. Одну руку поставили на стеночку. Хана. Туль. Разворот. Сет. Вика, ножку внизу доверни, пожалуйста. Смотрим на удар. Вторая рука здесь. Дианочка, вторая рука здесь. Приготовились. Хана. Туль. Сет. Хана. Туль. Сет. Носочек тянем быстрее. Хна. Туль. Сет. Выше колена. Хана. Туль. Сет. Носочек тянем вперед. Хана. Туль. Сет. Стойка. Ну, посмотрим теперь, что получится по лапе. Конечно, время мало, половина упражнений не успели сделать. Ну, что успели, посмотрим, принесло нам какие-то плоды или нет. Апсаги чумбии стали стойку. Удар сделали в конец строя. Кто-то у нас уже изучал эти удары, вот желтые пояса. А больше половины группы только сегодня начали учить. Щидяк. Со стоечки в стойку стать. Так, посмотрим, кто внимательно слушал, а кто нет. Так. Угу. Так, Вика что-то слушала, молодец. Так, Дианка не до конца. Носочек тянем, носочек. Ну вот видео подошло к концу. Поддержите лайком. Конечно, что-то получилось, что-то нет. Много упражнений не успели, потому что очень мало времени. Ребята старались, я тоже старался. Напишите комментарий, поставьте лайк, если понравилось видео. Спасибо, пока-пока.